Девушка, ну смотрите. Ну, честно, мне вот так нравятся вот такие. Ну тут божество какое-то есть. Вот. Но все равно красиво. Ну что, снова мы с вами в Золотишке, на этот раз в Эляйне, в Эмирате Абу-Даби. Наташа все еще ищет какой-то толковый кулончик, толковый браслетик. А это прямо как это... Красиво, на да? голове у фараона что-то было, или наоборот, ага. На груди красиво. А почем сейчас сережечки? Ну идем давай внутрь, зайдем. А вон, кстати, висит сразу почем. Сегодня что-то дорого, 206. 220-206, дорого, да? Ну, дорого. Что у нас с кулончиками здесь? Давайте приближу вам. Ой, Мишка. Это какие-то европеизированные кулончики. Ну что, какие-то собачки есть какие-то, не знаю, да? Мишки. Мишка, собачка, давайте еще приближу. Ну, крестики, смотри, что-то, не знаю. Сердечки. Кувшинчик, извините, отсвечивает вам такой шарик, вот. Всякие цепочки. А смотри, какой. Ну, такой себе, да, наверное? Как ромб браслет. Ну, такой вот ты, похоже, и смотрела, да, как раз. Кстати, но тут сочетание золота белого с желтым. Ну, вон куча всего, народ, снова. Снова мы заходим, и нас просто от блеска аж глаза просто режет. Как мне эти кулоны нравятся, какие есть. Ну, именно если бы сам кулон был. Вот тот, вот видишь, где вот, второй это. Я думаю, что Наташа показала на вот это, да? Да, да, да. Да. Ну, красиво. Ну что, любители золотишка, что скажете? Ну, покажи. Мне кажется, что вот тот я мерила, даже вот тот, вот, который с... Да, это не тем, это не... Поняли, с красными, с этими, с кораллами. С кораллами красными, видите, два дальних. Мужчина уже считает что-то, люди уже берут, вовсю покупают. Еще раз курс. Смотрите, 24 у нас карата 220, 22, 206. Ну, подорожа, а тут, значит, других нету просто. 18 и 21 здесь нет. Ну, вот такие вот браслетики популярные. Обычно их носят по два. Уже в традиции, да. Традиция по два, если один, значит... А я, кстати, его и заметила. А такой же ты смотрела в этом, в Дубае, но когда мы не снимали, по-моему, да? Уже. Мы зашли, там уже много людей было. Ну, просто посмотреть, вот померить можно-то. Вот такие, да. Народ, извиняюсь, конечно, что отсвечивает так, но видите, да. А вот простые тоже, кстати, симпотные. Нет, это... Они переливают. Какой? Вот это вот. Ну, так я же на него и показываю, да? Смотри, у нас совпадает все. Вот еще вам покажу, посмотрите, просто это изобилие. А, вон кулончики, кстати, внизу. Вот я на кулончики смотрю. Боже, какой класс. Вот уже спрашивают номер телефона, видимо, покупают что-то и будут какие-то скидочки. Цепочечку. Вот такое все. Хотелось бы, конечно, какой-то подарок интересный прикупить. Вот варианты браслетиков. Кто такие браслетики любит, пишите в комментах. Это для малышей, для девочек. Маленькие. Видно, да, что это такие здоровые браслеты, это маленькие. Вот цепочки. Посмотрите просто на это обилие цепочек. Ну, понятное дело, что если вы в наш это придете, магазин у нас тоже столько будет. Но вот как-то висит здесь, так смотрится органично. Ну, вот еще цепочки на руки. Вот мне больше цепочки, кстати, нравятся, но не тонкие, а потолще. Линеечку уберу. Линейка сантиметр сразу мерять. Вот еще красота. Какие симпатичные. А вот кольца пошли. Боже. Вот это у меня просто, я не знаю, ну, вот, может, я сильно быстро веду камеру, стараюсь медленно. Просто эти варианты колец. Наверное, тоже я увеличу сразу. Будем рассматривать с вами кольца. Это просто какие-то классные изделия, изобилия. Я не знаю даже. Смотри, с птицами. Как попугая два или что-то. Где? А вон вот, выше. Подожди. А ну конец, да. Ниже. Левее, да, давай. Вот они. Видишь? А, да, вот. Так два, не знаю, что это за. Красиво. Птенца. Давайте вернемся, пока я не показала еще перстеньки все. Это просто какие-то такие, знаете, узоры. Я даже не представляю, чтобы их так одеть.
А люди одевают. Ну, вот, не знаю, я бы, наверное, на праздник одевала. Вот такое, например. Ну, красивое, красивое. Или вот с камушком просто. Не, не с камушком, вот такое обычное. Вот оно, смотри, в камеру вот это вот. Не, это не камень, это такая грань. Да, это вот так просто кажется, что алмазная камень. Алмазная грань. На самом деле это не камень. Так, ну давайте дальше посмотрим. Мне вот это нравится. Какое? Крученое внизу, в самом низу. Вот, вот это, да. Это крученое вот? С, да. Как цветочек цветочками. Внутри, да? Да? Или как с цветочками? Нет, цветочками. Много цветочков. Вот это вот. Зеленое и белое мне нравится. Вот эти вот, прикольно. Ну, что вы напишите, друзья мои? Нашли ли свое колечко? Нашли ли что-то интересное для себя? Так, он как обручалочки, смотри. Сейчас аккуратненько перевожу, чтобы не мелькать. Приблизь, не? Не получится? Я приближала уже, просто очень долго показывается, приближаешь. Так это каждое пока покажешь, уже забудешь. Печаточки. Слушайте, удивительно, нормально парень реагирует, видно, занят клиентами, не говорит, не снимайте, не зовет охрану. Это приятно. Ну, такие с камешками уже пошли. И вот снова перевожу ваше внимание. И кулончики Наташа сейчас, наверное, посмотрит какие-то. Но кулончики там были. Здесь тебе никакой не подходит, да? Не, ну здесь они, видишь, уже из цельной колье. А вот ниже вон кулончик. Это на голову, это не кулон. О, к сожалению, это на голову. Это я что-то не а то. А вон кулон исследую. О, давай, мальчик освободился, давай. А что давай? Браслетик померяем. Идем. Пошли. Сейчас быстренько вам кулончики покажу. Кстати, крестики есть. Вот, крестики, да? Странно, в мусульманской стране. Ну, есть, молодцы. Ну, а почему? Много ж людей, которые... Ну, да, но... То есть здесь бы... очень терпимо к вере относятся, поэтому нормально. Это праздник. Мы в Ляйне, это мы в Ляйне в древнем городе. Рыбки всякие, рыбки как скелет. Ну что, тут с кулончиком ничего? Вот оно необычное, как бы с разными камешками, и коралл там, и жемчуг, и даже... Красивое. Красивое, да? Это Наташа все еще ищет что-то интересное, что-то золотое. Интересно, найдет ли, может, сегодня. Так. Вот цепочки. Вот такой обзор, это небольшой киосочек, чтобы вы поняли. Стараюсь не мельтешить. И вот сережечки. Сережечки приближу, конечно, вам. Сережа просто. О, это просто море, народ. Я даже, наверное, не знаю. Ну да, тут, конечно, индийский преобладает стиль, но в принципе такие необыкновенные. Мне кажется, можно подобрать, если хочется очень. Ну, если очень хочется, можно подобрать, но опять-таки, видите, золото сегодня как-то. По сравнению с дубайским, оно почему-то дорожает. Нет, оно просто курс на сегодняшний день, оно не сравнение с дубайским, там так нельзя, наверное, сказать. Ну да, по сравнению с дубайским видео я имею в виду, я не имела в виду такое. Ну что, народ, как вы видите, мы в обыкновенном таком магазинчике находимся, в маленьком, и просто пытаемся снять снова видео, снять, показать. Надеюсь, вам будет интересно, сейчас попробуем что-то померить, что-то показать. Как выбирать? Поставьте лайчочек и поехали померим браслетик, да? Браслетик или это колечко? Так, ну, посмотрим сейчас, что померим. Yes, this one. I need this size. Наташа хочет сестричку подобрать, все еще к ее браслетику. Ну, как оно вычисляется? Линеечкой. 2,6. А ну, вот это такой красавчик. А ну, покажи. Какая гранка, интересно. Интересно. Не, наверное, мы в Дубае другой видели. 7,9 грамм, на секундочку. 7. Давай. Элементарно. Так, сейчас подожди, такой блеск, что не наводится. Ничего, интересно. Красиво. Наташа не останавливается, правильно? Зачем останавливаться? Вот этот какой-то интересный, какой такого плана? Ну да, давай. Только давай ты тот снимай тогда, чтобы оно не было. И этот классный. А ну по граммам что? Мне понравилось два крайних. I like this, but my size. Yeah, same size. Yes, same size? Ну, I this. Same size?
Такой же размер. Снимать это? Да, это снимаю. Ну ты же хочешь один браслет подобрать. И то посмотрим. Сейчас такую сумму могут загнать. Мы как-то были здесь раз так. Тут было недешево. Давай. Ого, этот 9 грамм 11. 9 и 11 грамм. А ну? Ой, а то красивее было, мне кажется. Да, это что-то какое-то, ну вот и дело, но по-другому, да? Подожди еще раз. Сейчас наведется. Ну да, как-то нет. Да? То было лучше, это откладывай сразу. Тем более еще 11 грамм, очень дорогое было. 9. А то было 7, по-моему, да? 7 с чем-то. Ну давай вот это. А это сколько грамм? Покажи ограночку сразу. Ого, 13,28. 13 грамм? Да. У тебя вот это вот 13 грамм? Да. Большой как браслет. Так, ну, интересно. Сейчас странно. То дорогущий будет точно. А ну покажи. Ну, красиво. Это красиво, да. И то красиво. И этот, и вот этот, да. ഇപ്പൊ പണിയാണെന്ന് വീട്ടിലെ പണി എന്തോ ചെയ്യണം അവിടെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അവരും കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കണം അവിടെ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല Не знаю, что вы сказали. Ну, 13 грамм, я не могу понять, почему у тебя такой толстый браслет 13, а он не полый, он не пустой, и этот 13. А давай взвесим, попросим. Он, честно говорится, по телефону. Ну да, красивенько, ничего так, красиво. Ох, какие блестяшки на руке. Ну, это оно сейчас блестит, все равно со временем оно влияет. Ну, подожди, у тебя этот браслет уже год, да? Да, да. Больше года. Я его не чистила. Ты его не чистила, он до сих пор, вот смотрите, блестит. Который потолще справа находится, у Наташи уже год. И мы думали, что вся блестяшка сойдет. Нет, это золото, 22 карата, да? Она не сходит. Ну, сейчас, ладно. Давай, просим взвешивать. Какой-то он врём. Да не может быть, оно сейчас подойдёт. Подержи их, потому что реально странно. Я хочу подержать. Ну ты знаешь. Да? 13? Ну, в принципе, да. Ну, это, конечно, я такой себе, но оно вот весит. Ну, потому что здесь пустоты, в принципе. Здесь-то пустоты, поэтому здесь может быть, но взвешивать надо. Сколько он будет стоить? Он дорого будет стоить. Он больше 3000 дирхам будет стоить. Но мне кажется, органичнее смотрится с моим вот этим. Который 7 грамм, да? Да. Давай попробуем спросить, почем этот 7 грамм. Хотя, конечно, если будет накидывать, Наташа посчитает и посмотрим. Ну, смотри, просто этот очень красивый, ну, очень, ну, красивый, но он как бы вот тянет на себя. Сейчас, подожди. Ну да, лучше смотрится Наташей в центре, лучше скоро смотрится левой. А этот, ну, он красивый. Сейчас узнаем цену. А кулончики какие-то ты не посмотрела там за его спиной, да, не нравится. В общем, сейчас подумаем, народ, подумаем. Да, 1910 это много за браслетик, конечно. Который весит, вон, мы ну, смотри, взвесить. Смотри, это только... 7,94. Смотри, это только будет 1641, за это золото. Будет за золото, а он просит 1910. То есть не так-то много он за работу и за магазин просит, да, получается? Да, а ну сейчас я опять будет у меня это... Ага. Сейчас, подождите. Подождите, не спешите. 1910 умножить на 0,05. Я попытаюсь. Ага. Это что, он за два хочет, да? Не, я думаю, что может он дисконт какой-то проверяет, какой можно дать. А так 1910, смотрите цену в комментах. Ну, здесь Наташа говорит, что всего лишь там хотят 300 с чем-то дирхам за работу и за магазин. Ну, за ручную работу и за магазин. А эта цена только, 1600 цена только за золото, но может не так все и плохо. Спросили про дискаунт. Про что мы платим, если мы платим? No problem, we can give cash, we can give card. Не проблема, карточка, кэша, можно, у нас автомат стоит, вышел, снял, и все нормально, типа, так что... 1815. Как было? 1910 стало. Put please price. 1815. Ну, 100 дирхам. 100 дирхам. 100 дирхам.
100 дирхамов $27. Уже $27 скинул. Сейчас Наташа будет думать снова. Кстати, магазинчик называется Эль Наср. Эль Наср, такая корона, вот, и вот не такой он и большой. Вот, и вот Наташа все еще торгуется. You know the starting 1986 the starting comes. Ага, они начали производство в 1986 году. Это у меня на это на вот такой магазин, представляете? Интересно. Year 2012 starting this branch. А в этой ветке 2012, короче. В 2012 году начали. Ну интересно. Ну короче, он хочет это 5%. 5% вообще это, в принципе, как бы немного, просто что золото само по себе дорогое. Ну, это не такое дорогое, как было в прошлом году. То есть в прошлом вообще мы купили за космос, да, получается, тебе подарок? Ну да, да, да. Было... Four branches in Alain. В Элейне. Alain. В Элейне, Эмирате Абу-Даби. Вот, смотрите, 4 ветки есть, куда вы можете заехать. Если, дай бог, все закончится, вы проедете в Элейн, посмотреть всякие древности интересные, которые есть в Эмиратах. За золотишком тоже можете зайти. Вот. Мы все еще думаем про браслетик, а вы сами напишите, пожалуйста, как вам видео было. Было интересно, что еще вам показать, какое золотишко вообще вы видели, какое предпочитаете, красное, желтое. А мы все еще думаем, брать браслетик, не брать. Наташа давно уже его ищет, но нам непонятно. We are resident, we are not tourists. Они говорят, туристы, мы можем вам вернуть таксы, но... Мы же не туристы, так что и в аэропорту это может быть большая очередь. Если хотите возвращать таксы, в аэропорту есть место, есть, мы вам покажем, вот ссылочка в описании, оставлю видео в описании, но там может быть очередь, так что выезжайте заранее, если вам нужно вернуть таксы в аэропорту Дубай. Мы знаем, где вернуть таксы в аэропорту Дубай. В общем, лайк нам ставьте, а мы все еще выбираем. Уже Наташин браслет взвесили, он 13,35 весит, а этот 7,94. А этот неплохо. Это тоже 13, yeah. Тоже не кило. No, it's Damas. Because it's, our brand is the same before. Yes. Damas is the same before. Очень, yes? Очень похожи на браслеты и цвет, и всякая такая вот подводочка яркая. Наташа все еще думает. Ну что вы думаете, ребят, ну стоит покупать? Какая цена браслета, будет ли ей идти, стоит вообще тратить такие деньги в такой период, что бы вы сделали, что вы думаете, вообще нравятся ли вам такие браслеты? Мне нравится. Ну, да, Наташе нравится, Наташа идет. Я предпочитаю цепочки и фенечки, допустим. Вот, а ну, скинь. А теперь одень второй, ты же будешь его носить как сестрички, а ну. Сестрички. Да. Почему не братики? А, ну да, братики, браслеты. Ты знаешь, интересно смотреть. Органично смотрится. Да, вот да? Они вот в Дубае тогда мы не могли в Дамасе подобрать. Miro, Наташа, вот иди вот сюда. А, это Miro? Ну, я думаю, что да. Ого, кстати. Неплохо смотрится. Сколько же Наташа его искала? Ну, можно, конечно, еще потеребенить по скидочке, но он не даст много. А поговорить-то можно? А your last price? 1,815. А, подожди, я думал, он уже до 1800 скинул. Ага. Ты же даже 15 дирхамчиков не хочешь скидывать. А давай 1750 поймем. Ну давай. Наташа очень любит торговаться, это у нее в крови. Ну да, this is the final, да что? It's final? It's normal. Так final. Не, ребята, давайте, вы должны уметь торговаться. Снова покажу, большая цена за золото. Поэтому Наташа бьется за браслет. О чем же ты? Сейчас мальчик приедет что-то по компьютеру, я надеюсь, может что-то еще нам там подкинет. Не докинет, а подкинет. Вот, а мы находимся в центре в Лулу, называется такой магазин. Второй этаж классный, он полон всяких вещей, там чемоданчиков, игрушек, спортивных шмоток. Здесь серебро, парфюмерия и внутри еще дальше пройти большой отдел, который принадлежит продуктам, сокам разным. Ну что, что там вы играете? Что на 5900 написал? Зачем? Это чтоб я помнила. Как он милостив был ко мне. <с- <с-
I know, are you clean this? Наташа спрашивает, как они чистят. This is all not closer. It's all closer. But after year, you know, no, it's... After year only, you just make it a brush only, normally, if you liquid... Brush, в смысле? Зубной щеткой? Brush for teeth? Yeah, toothbrush is after using only, you know, no need to new. Even just only brush it, you can give same color. Говорит, щеточкой потереть, и прежний цвет появится. If more blood is coming, you should be hot water, then you do two drops of dishwash, any less, any liquid. Значит, теплая вода, две капли дишвош, это вот, типа, чем мы тарелки моем? Like a fairy dishwash. Yeah, any... В общем, две капельки фэри и чистите золото. Lex. Что такое Lex? Lex, what is it? Look like fairy... А, дишвош. Yeah, dishwash. Ну, здесь мы можем его найти, Lex, а, наверное, фэри это в другом. But hot water better than that. Вот так вот, народ, знали о таком, как золотишко чистить? Теплую водичку, две капельки фейри, и все, и водичка вам почистит ваше золотишко. Прикиньте, вот такой вот лайфхачик. Продавец все еще уговаривает, а скидочки давать не хочет. Ну, маловато, он дал $27. В общем, рассказывает нам, какое золотишко классное. Ну что, народ, иду снимать кеш. Наташе браслет понравился, поэтому нужно будет платить. Нужно будет платить наличкой. Ну ладно, Наташка долго его искала, так что мы снимем деньги с карточки и просто купим браслетик. Все, пришла. Наташа что новенькое выбирает себе. У меня плохо снялось, но смотри. Вот этот вот, он как пендант будет? Подвеска, подвеска, господи. Вот это вот стоит, он сейчас посчитал, 2200. 2200, это же настоящие кораллы? Это кораллы, а здесь еще 9 грамм, 9,17 грамм 22 квадратного золота. Переверни еще раз, а то у меня немножко расплылось телефончик. Классно, красиво. Очень красиво. А колечко? А колечко... Ты держишь колечко еще? Колечко, вот смотри, я думала, что это просто зеленый камень, а он называет Rainbow Stone. Я говорю, что это за камень? Rainbow? Камень радуги? Он меняет. Я говорю, опал? Нет, это не опал. Вот видно, что он вот меняется? Да, не видно. Красиво. Тут грамм 63. А колечко такое? А how much this? Там грамм 63, вот это вот. Я просто с камнями, интересно, сколько стоит. Значит, цену, ты сказала, цену подвесочки, да? 445 дирхам у нас. 445 дирхам, такое симпатичное колечко. Ну, кстати, вообще очень даже симпотное. Чуть больше $100, смотрите в субтитрах. Ну все, Наташа уже с браслетиком сроднилась. Покупаем подарочек. Ну, народ, поставьте лайк. Наконец-то Наташа спустя столько месяцев с подарка уже... Ну все, красиво. Да, уже. Да, все. Сейчас я чувствую, что мне очень нравится. Ну, отлично. Ну, по крайней мере, магазин вам показали, Наташке подарок купили, все удалось. Да. Ставьте лайки, продавец хороший, сережка у него в ухе красивая, тоже блеснула, только что я заметила, блестит. Ну да, навряд ли там просто циркони. Да, там и бриллиантик хороший. Да. Все, народ, всем пока, мы счастливы, все, всем пока. Счастливо.